Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем канале Арбат Хоумс, и я ее представитель Айгуль. Сейчас мы находимся в центре Алани, на этой красивой набережной. Море чистое, спокойное, солнце светит, лето в разгаре, также все больше и больше становится овощей и фруктов. Вот только вот очень скоро вас, туристов, гостей, станет еще больше. Мы не прекращаем верить в светлое будущее, о том, что откроются все рейсы. Поэтому не прекращаем вам демонстрировать наши апартаменты в продажах, которые имеются. Сегодня мы хотим вам показать апартаменты. Один из апартаментов, который имеется в продаже, в шикарном комплексе, который здесь находится в 200 метрах. Пройдемте поближе. Друзья, сейчас мы находимся у комплекса. Это шикарный люксовый комплекс, который один из лучших в Алании. Этот комплекс построен был в 2018 году. В этом комплексе у нас есть несколько предложений. Одну из них сейчас я вам продемонстрирую. Пройдемте. Мы уже находимся на территории комплекса, который находится в 5 минутах ходьбы от пляжа Кейкубат. Пляж очень хороший, песчаный. В то же время дом расположен в тихом месте, что позволяет комфортно проживать здесь, а также для сдачи ее в аренду. Апартаменты находятся на 5-м этаже 10-этажного дома. Сейчас я вам хочу продемонстрировать квартиру планировкой 2+1. А вот она квартира. Квартира очень светлая, высокие потолки и красивое освещение. Имеется видеодомофон и встроенный прихожий шкаф. Все в светлых тонах, что расширяет больше пространства. Планировка квартиры 2+1. Он включает в себя 2 санузла, 2 спальные комнаты, 1 большой зал, совмещенный с кухней. С коридора можно будет попасть в любую точку из комнат. Это очень хорошо, что они все от друг друга отделены. А сейчас мы находимся в салоне, который совмещен с кухней. В кухне имеется красивая, качественная мебель, в которой есть вся кухонная встроенная бытовая техника фирмы Siemens. Это холодильник, это посудомоечная машина, варочная панель, духовка, также вытяжка. Во всех комнатах установлены кондиционеры фирмы Siemens. Также хочу еще и сказать про то, что есть подогрев полов в салоне, в коридоре и в 2 санузлах. Это тоже очень комфортно будет для каждого жильца этой квартиры. В салоне очень красивая зона отдыха, имеется диван, кресло в светлых тонах, также есть телевизор, к которому подключено спутниковое телевидение, интернет тоже проведен. Со всех комнат есть выход на большой балкон, у которого красивые виды на горы и море. Проходя по коридору, справа имеется гостевая спальня или детская, кому как удобно, в которой имеется вся мебель. Это шкаф с выдвижными зеркальными дверями и двухспальная кровать. Слева по коридору находится гостевой санузел, у которой тоже шикарная сантехника. А сейчас мы находимся в самой главной комнате наших апартаментов. Это родительская спальня. У нее есть свой отдельный санузел, также красиво оснащенный сейф с сантехникой. Имеется большая кровать, прикроватные тумбы, имеется также красивый шкаф с зеркалом и большой вместительный шкаф. Посмотрите, какой красивый большой балкон. Здесь имеется мебель, за которым вы будете проводить свои вечера, встречать своих гостей, любоваться на Средиземное море, смотреть на наши горы Торос и дышать свежим воздухом. Эта квартира именно для тех, кто любит жить красиво и комфортно. Также здесь хочу отметить большая развитая инфраструктура, которая включает в себя
бассейн с водной горкой, джакузи, терраса для приема солнечных ванн, детский бассейн, барбекю, детская площадка, крытый бассейн с подогревом, турецкая баня, римская баня, сауна, джакузи с подогревом, витамин-бар, тренажерный зал, бильярд, настольный теннис, кинотеатр, сад, наземные и подземные парковки, велопарковка, охрана 7/24, камеры видеонаблюдения, управляющие есть, спутниковое телевидение, беспроводной интернет, архитектурная подсветка фасадов зданий и ландшафтное освещение, аварийный электрогенератор. Итак, друзья, подведем итоги. Сегодня мы вам продемонстрировали квартиру планировкой 2+1, которая находится на 5-м этаже 10-этажного дома. Дом был сдан в 2018 году. Планировка квартиры 2+1 – 101 квадратных метров. Если вас заинтересовало данное предложение, напоминаю, что в этом комплексе у нас есть несколько предложений. Обращайтесь по телефону, который указан у вас на экранах. А кто не подписан на наш канал arbathomes.ru, пожалуйста, добро пожаловать. Я с вами не прощаюсь, говорю до новых встреч, ждите новых предложений.